На солнце там тоже может быть. Нам. Укрошки с мясом. Мне кажется, там был космонавт попался. Но там есть разные всякие детальки, нужно просто смотреть. Вася, иди красиво. Не, меня не снимать. Я тебя не снимаю, я на тебя смотрю. Я знаю, нормально. Точно? Угу. Точно, приточно? Мне просто интересно, за сколько же вы покушаете. Ты чего? Какая-то змея у меня. Космическая. Не надо нас снимать. Как для истории, для бабушки, для дедушки. Нет. Лучше домашка. А знаешь, как здорово мы снимали Василису, когда она была совсем маленькая. И потом она смотрела и такая, ой, это что я? Такая красавица. Где-то видела. Есть, там и утренники есть, да, у нас? И съемки твои у вас есть, помнишь? Да. У меня уже 23 лайка. Угу. Набираемся. Ну, что там дальше у кого попадается? Ну-ка, смотрим. Я пока что картошка. Катя, тоже у меня змея. Космическая? Не знаю. Там что не берется. Я приросла мало. Получше, не голубушек. Поломалась! Сатурн! Опять Сатурн попался? Да. А ну-ка. Ой. Точно, такой красивый попал. Не буквоя. А ну-ка. Да, похоже на букву Я, точно. Все, мне точно похоже. Деликатный ртошечек. Да, класс. Настоящий такой. Видишь, какой может попасться? Погляди, у тебя есть такой? Я луну нашла. Солнце. Солнце. У меня только луна попалась. Это значит, оно расширяется. Знаешь, как звезды расширяются? Они бывают такие, увеличиваются. Значит, оно... Идите ко мне! У тебя расширилось. Да, расширилось. Идите ко мне, у меня луна. Алиса, светлая, а я темная. Точно. У Алисы солнце попалось, у Васи луна попалась. Ну-ка, давай, Алиса, что там еще у тебя интересно? Все найду. Другая половина солнца. Смотри, как тебе прям везет с солнцами. Ну ты картошку тоже доставай, картошку тоже надо кушать. Кстати, если кушать густое, то быстро будет уменьшаться порция. Смотрите, у меня какая-то... А, у меня половина ракеты! Ну-ка. И У. Да, как-то интересная половина такая деталь. Какая-то деталь прям. Интересно, кому... попадется инопланетянин. Есть там вообще инопланетянин? Там космонавт попадался. Космонавт? Так, в следующий раз скажешь, я засниму космонавта твоего. Я не попадался. Я уже не помню, как он вообще выглядит. Дайте мне что один это? Ух ты, это ракета, похоже. Вась, тоже ракета попалась, представляешь? Давай-давай, в ротик, быстренько. Где полотенечко? Не вопрос. И картошечку бери. Где полотенце? Потому что когда картошку кушаешь, сразу меньше солнце становится. Солнце, да. Где полотенечко? Может... Только мы не бегаем, хорошо? Мы сидим красивенько. Мои вроде с полотенцем. Ой, с этой стороны на стойке, да. И стой есть. Угу. Водички можно, пожалуйста? Можно. Второй раз прошу. Да. Давай 3 ложки украденной... и даю тебе водички. Украденной. Алис. Украденной. 3 ложки и я тебе даю Сейчас водички. Дожду. Что это, Вася, тебе там? Космонавт. Класс. Так, точно. Похож на космонавта, надо же. Это человечек. Да.
Ну, космонавт же человек. Я поняла. А у нас сегодня космические макароны. Космический суп у вас. Да, я видела у нас, ага. Когда я залезала.